На улице Крайней в областном центре строители завершили ремонт. Подрядчик заменил дорожное покрытие. Новый асфальт появился на площади в 8 тысяч квадратных метров. Для пешеходов обустроили дополнительный тротуар, посвежел и бордюрный камень. В необходимых местах строители понизили тротуары, вместе с тем в основании пешеходной зоны вмонтировали тактильные дорожки. Мы этот ремонт ждали, потому что действительно были проблемы с дорожным полотном, у нас здесь кондиционные люки были в неудовлетворительном состоянии, и, конечно же, это создавало безопасность для участников дорожного движения. Когда мы получили проект ремонта двора, мы совместно с жителями его обсудили, внесли предложения, и которые сейчас у нас отражены в данном проекте. В частности, у нас увеличены парковочные карманы вдоль же домов, вдоль промышленной территории увеличены промышленные карманы. Теперь на Крайней появились новые дорожные знаки на всем протяжении от улицы Карьерной до Долинской. Напомню, ремонт на этом участке сделан в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».